Всем привет! Сегодня будем делать очень полезную штуковину, которая нужна каждому мастеру, я уверен. Смотрите, запоминайте. Погнали! Для начала нам понадобится кусок железа. Вообще нужен листовой, у меня нету. Я буду выпиливать железо из этой профильной трубы. С помощью болгарки отрезаю эти намеченные отрезки. С помощью лепесткового диска очищаю от ржавчины и убираю все заусенцы. По итогу получились такие две железяки. Сейчас в них сделаю отверстие. Ищем приблизительный центр. И от центра делаем по 1,5 сантиметра в стороны. И уже после этих 1,5 сантиметра делаем отметки так, чтобы когда я просверлю отверстие, оно не касалось этой отметки. Сверлить буду новым своим сверлом ступенчатым от компании Graf. Уже было такое, заказал еще одно. Сверло неубиваемое. То у меня маленькое, я решил заказать себе самое максимально большое. Сейчас я покажу, как оно сверлит. Ссылочку на это сверло оставлю в описании. Рассверливаться будем под вот этот интересный болт, без шляпы. То есть сделать нужно так, как раз таки для этого ступенчатое сверло в идеале. То есть сделать так, чтобы шляпка утонула. Получилось вот так вот. Теперь все это маленько прихватить сварочкой, чтобы они не болтались. Трот возьму двоечку, потому что здесь очень все тоненько. Получились вот такие вот две приспособки, которые соединяются вместе. Так, теперь это все в сторону. И вот эту вот часть нужно приварить еще к одной части. После всех процедур получилась вот такая вот, вот такой скейт. Сейчас я его покрашу и покажу, для чего все это было затеяно. Ну что ж, я закончил. Вот такая вот приспособка. Сейчас я покажу, для чего это все нужно. Очень много лет ее точили неправильно. Сейчас только начинаю я исправлять это все. Мне понравилось. Очень удобно, очень четко. Никогда не испортишь. То есть угол постоянно одинаковый.
что бы ты ни делал, она будет прикасаться только в одном направлении. Вот такая вот ручная точилка для стамесок. Зажимать можно, в принципе, любую. Ну, совсем широкую, конечно, не зажмешь. Но если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока-пока, до скорой самоделки.